добрый день. Да ничего страшного. На передний ставим. Значит, масло меняется, снизу пробка. Вот здесь нет, нет, снизу вот с этой стороны пробка. Надо будет откручивать подножку. Вот. И вот здесь вот увидите щуп. Вот он. Вот, заливается масло через щуп. То есть, чтобы поменять масло, надо открутить подножку. Цепь, он сказал, заказал, да? Да, цепи вот они. А, вот это? Да. Зарядное устройство есть на ней? Есть, конечно. Зарядное устройство. Она не снимается, ничего там, аккумулятор или? Нет. Прям можно. Вот зарядное устройство, а втыкается оно вот сюда вот. Вот его гнездо. Сейчас сын придет, будешь еще. Ага. Вот, просто воткнули в розетку. Значит, чтобы завести его, давайте я вам расскажу. Значит, в принципе, все очень просто. Поворачиваете ключ направо. Угу. Зеленая лампочка. Загорается зеленая лампочка нейтралки. Угу. Вот эту кнопку обязательно отжимаете, чтобы она была отжата. Да. Дальше нажимаете на тормоз и стартер внизу. А вот это что такое? Это тормоза. А, это тормоза. Это сначала на тормоз? На тормоз, да, и на стартер. Значит, заводим его только на нейтралке, потому что на скорости он не заведется, он даже не будет крутить. Угу. Ну и чтобы, соответственно, поехать вперед, лапку вперед, угу, нажимаем, угу, и нажимайте вниз, да. Все, он поехал. Дальше нейтралка и задняя. Здесь у вас поворотники. Да. Сверху. Ну да. Ну, фары горят от. На газу. Да. Ну это как и на машине. Да. Ну и здесь сигнал, соответственно. А где сигнал? Вот он. А, вот это, да? Да. А это что такое? Поворотники. А, это поворотники. Вот это свет, да? Да. Какой-то? Поворотники выключаем, нажав на кнопку. Ага. То есть поворот посередине включаем, да, там направо-налево, выключаем, а выключаем посередине. Да. Так, это что такое? Это тормозная жидкость, у вас гидравлик с собой, ну, спереди и сзади. Значит, да. Ну, здесь у вас окошечко, в принципе, вот есть, да. Как он заводится на расстоянии, покажите. Вот. Дальше, чтобы заглушить. Это сигнализация, наверное. Нет, это открытый замок, вы просто его глушите. А, это глушит. Да. И также заводить два раза на молнии. Он завелся. Здесь у вас ограничитель скорости. То есть, в принципе, чистая механика. Закручиваете винт, меньше давит на газульку. Да. Меньше давит на газульку, медленнее едет. Ну сейчас он по максимуму, да, стоит? Ну да, практически, да. Сейчас нейтралка, да? А, уже повернули, да? Да. На тормоз. Не, зачем? Все, да? Да. Ну, вверх, вниз туда. Да, до свидания.